Кратчайший выезд там! Выезжать, он здесь выезжать! За***ли, мужик! Адукен! Раз! Не, меня не вопрос, вас помашу, замочить, просто не хочу! Да. Сервис номер.io, который выпустил на мобильные платформы приложение «Кто звонил?». Нужно всего лишь вбить номер телефона, и приложение ищет по нему страницы хозяина в ВК, Фейсбуке, Инстаграме, объявления на Авито и авто.ру. Причем неважно, знакомишься ли ты с кем-то, сомневаешься, покупаешь какой-либо БУ товар, машину, да что угодно. Узнать больше о девушке или парне, с которым вы завели знакомство, пожалуйста. Куча каких-то старых номеров в телефоне, а вы не помните, кто эти люди. Вбивайте номер, и вы узнаете все. Хотите выяснить, какими еще товарами переторговывает очередной честный продавец на Авито? Выводите его на чистую воду с помощью приложения «Кто звонил?». Работает сервис по всей России. Чтобы вы смогли убедиться, первую проверку создатели приложения сделали бесплатной. Также можно оформить месячную подписку. Все, кто скачает приложение по ссылке в описании, получат 3 дня безлимитных проверок бесплатно. Качай и делись впечатлениями. Ссылки в описании. Вот старт. Пешеходная зона. И что? Здесь нельзя ездить. Спасибо. На тротуарчик заехали. Я через пешеходный переход. Не могли бы убрать? Правил, да? Специально поставили знак, что здесь тротуар. Ну какой тебе еще надо знак? Что тротуар нельзя заезжать. А что за это место? Вот стоит знак, ты около столба заехал. Что это тротуар? Ты же заезжаешь сейчас на тротуаре. Вспомните правила ПДД. Да зачем? В принципе, да. Как это было близко. Дай выехать уже, а? Ну там выезжайте. Кратчайший выезд там. Там выезжать, то здесь выезжать. Мужики, определитесь, что вот там заставляете выезжать, то вот тут заставляете. Мы с тротуара убираем машину. Вон там кратчайший выезд. Ну выезжай оттуда. Успокойся, все. Выезжай оттуда. Сзади человек, аккуратней! Где-то пропустили. Вот зачем по тротуару так вытворять? Что в этом хорошего? А вдруг ребенок выскочит? А вы здесь живете? Вы хотите проблем, понимаешь? Я не хочу вам создать. Вы, понимаешь, вот я вот... Вы уже тем, что оскорбление свое высказываете. Мы тут живем, ё-моё, откуда вы? Так живите, мы вас что, выселяем, что ли? У тебя жопа не хватит выселять. Тут дорога, понимаешь? Человек приехал 2 часа назад, за 2 минуты нашел себе парковочное место. Спокойно, правда. А хорошо. Когда нет мест вообще, вот здесь, да. 2 минуты, ушел человек, а припарковать машину. Пойдем сейчас посмотрим, там зачем? Есть свободное место. Вот места вон во дворе. Есть определенные правила. Не наши правила. Есть определенные правила дорожного движения, которые получали права. Который запрещает ездить по дворам. Не важно. Хорошо. Здесь написано, что если у вас там двор, то можно. Я там не написано. Хорошо. Как домой попасть? Вот там. Кто тебе разрешил? Откуда? Стороны, где? Пошли покажи. Мы там живем. Как? Где вы вот, ездите? Вот там, во дворе, я возможно. Не там живу, я и здесь а живу. Проблем, если, пожалуйста, погоди, а? Если ты вот смотри, а чем да? Да. Ты борешься за правила дорожного движения. А что ты вот не возьмешься коллективно? А, посмотрел. Херня здесь, блин. А? И не отправил. Отправим, вот праву, да, напиши. Отправляем. Каждый раз отправляем после рейдов, каждый раз новое место отправляем, управу пишут там. Стоп-кан. Слушай, вы неправильно поставили. Если бы было другое место, вы были правы. И здесь, там моя статья, вы не правы. Смотри, тут дорога домой приступает людей. Не то, что тут перетар. Может быть, тут неправильно делаете. Может, где-то вы правильно, тут вы тупо неправильно делаете. Потому что иди управ куда хочешь. А теперь послушайте мою ситуацию. В каждом божьем месте, каждый раз, когда мы приезжаем на новую локацию, найдется десяток таких человек, которые говорят слово, как вы. В любом другом месте вы правы, здесь конкретно нет. Слушай, вы здесь неправильно поступаете.
Поймите, не то, что с вами интересно. Это ваша позиция. Нет, не только, человек волнует, хочет домой попасть. Как ему попасть? Девушка, вы телефон поверните, так лучше будет. Там живет, там живет. Да. Видишь, ты тупой. Я умный. Смотри, ты тупой баран русский. И я умный. Ты русский баран тупой, видишь? Не верю. Маш, меня не вопрос вас, Маша, замочить, вас я не хочу. Давайте не будем оскорблять честь и достоинство человека, и мы разойдемся. И уж тем более угрожать. Не вопрос. Вечер добрый. Да. Аккуратнее, пешеходы. Кончено. Вас, понимаешь, только трогать, мы будем мусора читать. Пойдем разберем. Почему вы, слушай, вы поймите, вы самые тупые поступки делаете? Где нужен? Какие тупые поступки? Мы пешеходов? Хорошо. Для пешеходов освобождаем тротуар, чтобы дети ходили, слушай, спокойно, не боялись машин. Ты как сюда попал? Отсюда, я отсюда приезжал, не как по детям. Тут нельзя. Причем не по тут? Людям. Вы тупые, может? Да, а вы правильно поступаете, вы делаете все хорошо. Да. Конечно. Ну так делайте. Да. Вы все находитесь здесь, вот. И разбираемся, да? Конечно. Документы у вас с собой. Скажите, пожалуйста, с кем Егор. Это согласовано? И с кем? Егор. А как вы решили, для чего? Егор, вы говорю. Это вообще левые люди. Общественное это движение. Какое общественное движение? Можете устав показать вашего общественного движения? А зачем? Она не должна быть запрещенная вообще-то. А, вот так вы из какого ОПГ. Века вылезли? Можно вопрос? Можно. И вот 2 года простите? Назад отменили решение вы суда, запрещающее. Смотрите, вы говорите, вы какая разница, гражданин Российской Федерации? Полезно, это не аргументация, аргументация. Аргументацию? Какую именно? С чего аргументировать? Мы ждем сейчас приезжает полиция, да, мы никуда не сливаемся. Мы никуда не сливаемся. Ждем. Что, ждем. Вы откройте YouTube просто ради интереса. Знаете, сколько раз мы общались с сотрудником полиции? Хоть раз думаете, нас к чему-то привлекли? Нет. И сегодня нет. Я согласна с вами, вот просто непонятно, что откуда взялись эти ребята. Это, да, непонятно. Люди непонятного происхождения. Как вы сейчас милицию вызвали? Да. Милицию? А вы из такой страны? Мы полицию вызвали. Она с Украины долго ехать будет. В плане милиции нет уже как лет 10. Мы полиция не умничаем. Давайте, ребята, знаете что? Давайте без давайте. Нужно было возможность согласовывать с организацией, которая находится почему? Здесь. Зачем? Где это написано, что должен кто-то с чем-то согласовывать? Ну, а вы где это написано, что вы здесь от себя чем устроили? Человек. Слушайте, любой клиент организации имеет право нарушать правила дорожного движения и заезжать. Да. Кто-нибудь заснял, да? Простите, а как ты определяешь, кто нарушил правила дорожного движения? Я правила дорожного движения сейчас. Как ты знаешь, что правило дорожного движения? Покажи, пожалуйста, где я нарушил часть. Вот мой дом, я еще раз тебе показываю. Я еще раз объясняю, я отменяю правила дорожного движения. Уверен? Да, я уверен, есть пункт правил 9. То есть, я правильно понял, ты знаешь правила дорожного движения, ты сейчас можешь выйти в любом месте и диктовать свои условия. Я правильно понял? Я прошу не нарушать правила дорожного движения. Всего лишь навсего. Давайте смотрим правила дорожного движения. Смотрим. Пункт правил 9.9. Запрещается совершать красный цвет проезда на полуосвободочном тротуаре, пешеходном дорожном пересечении с улицы Программа пункта 12.1.12.22.4. Вокруг транспорта. Допускается движение машины, дорожные, инспекционные службы, кроме кабельных служб. Вокруг разгрузка. Я еду к дому. Разгрузка, соответственно, соответствующей документации. Это тоже прописано. Где здесь хоть слово про то, что конкретно вы можете нарушать и едете? А я сейчас накладную выйду. Давайте. А ты вот такой, чтобы я тебе показывал накладную? Я человек, которому мне все равно. Вы конкретно сейчас езжаете на дорогу, нарушаете мои права. Документы. Зачем? Вы сотрудник. Ну ты же человек, который ты все равно. Я не обязан вам показывать свои документы. Вдруг а он не обязан показывать свой товар. Ну что? Может, ты в розыске. Что, вы сотрудник полиции, чтобы определять розыске? Я поэтому хочу посмотреть. Это ваше желание, вы много чего можете хотеть. Я представляю, что я должен посмотреть. Идем. Вот как у нас паркуются. Так. Припаркован прямо на газоне. Не Москва. Нам про этот гелик говорили еще в начале рейда, но у нас наклеек вообще не было. Красава. Машина на тротуаре, как же вы так? Даже выпуски смотрел. Смотрите?
понимаете, что здесь тротуар?